Всем привет, с вами Фрал, и сегодня мы продолжаем играть в My Friend Pedro, Ride for Revenge. Всем по этому просмотру мы начинаем. Да, снова начинаем с самого начала. Вот сейчас просто обязательно должно быть полное прохождение. Максимально аккуратное, местами быстрое, местами фейловое. Если вы будете с диалогами, то вам нужно смотреть предыдущие два видео. В первом видео будут диалоги второго года, а во втором видео все остальные диалоги уже. А здесь мы пытаемся как можно быстрее добраться до места, где мы проиграли. В предыдущей серии очень эпично мы проиграли. Ну, сами видите, мы пропускаем после диалоги. Да, кажется, их можно так пропускать, прикольно. Да, ящики нас задерживают немного, конечно. Просто спидрана какой-то начался, такое ощущение. Да, прикольно то, что в самом начале у них почти у всех по одному здоровью, поэтому можно делать такие вот вещи. Так, пау. Со стеклом адекватным стеклом. Да, и... чего? А могу сейчас прыгать, серьезно? Опа! Блин, это просто самый неожиданный момент для моих врагов, наверное. Я бы сам обалдел, если меня из пола выскочил какой-то чувак и начал обстреливать меня и моих товарищей. Ну вот мы вообще нашли какой-то баг, нашли. Вперед! Я раньше думал, что у них от света зависит самое их жизнь, а на самом деле вообще все равно. Конечно, его убивать было не обязательно, но ладно. Почему бы и нет? Надо аккуратно быть с потолками, потому что... А оказывается, если ты ударишься в потолок, а не правда, то ты уже упадешь вниз. Интересно, на что влияет именно красный цвет врагов и белый такой вот? Просто частенько это замечаю, то что у некоторых красный, но, видимо, они очень быстро заряжаются. А теперь вот так проходим, да? Может, по-другому проходим, как вы видите, да? И все, я очень сильно боюсь этих бочек. Вообще всего того, что взрывается, я боюсь в этой игре. Мне кажется, когда ты понимаешь... Ё-моё. Потому что буквально любой момент вы будете от этого взрыва. И вот сейчас я мог это самое промахнуться по этой вот канистре, она бы упала, потому что в игре присутствует некая самонаводочка некоторые. Благодаря которой... Мы это самое, иногда стреляем не по канистрам, да? Точнее, не по врагам, а по канистрам. Точнее, не по канистрам, а по врагам. Куда ты так прилетел? А здесь главное ее нормально уронить. Да, потеряли очки, ну ладно. Не сверх большая потеря. Да, три звезды не получили из-за этого мы, ну ладно. Так, все, начинается моя нелюбимая часть, нелюбимая. Так. Потому что из этих штук можно очень много здоровья потерять. Можно прям сразу же вниз.
примеру, вот здесь вот. А мне не хочется платить урон в старом городе, прям совсем не хочется. Потому что я мог, ну сами видите, я мог упасть там сверху, упасть этим канистром, получить урон 3 раза целых. А это целых 1,5 сердечка, потому что они по полосредству хотя бы, а не по целому. Так, этот ящик лучше не ломать, как мне кажется. У него можно забраться вот сюда сразу же. Вот сюда. Потом вот сюда. Потом мы должны прыгнуть вон туда. Я боюсь, что я даже шипы сюда. Так, мы не дать шипы, это отлично. Сам этой звезды. О, враги пошли с 3 жизнями. Как же я их не люблю. Хотя тех, у кого 4 жизни, я еще больше ненавижу. Тех, кто смотрел, пользующиеся полностью, понимаю, о чем я наверняка. А, здесь у нас особая. Так, там у вас враги, поэтому надо просто застрелить. Я помню этого момент. Этот момент неприятный. Когда на первый раз нам у нас тут зарядили, так сказать. Это не слабо такое зарядили. Сразу же прям сломать самое место в этом, чтобы сохранить как можно больше пуль в обоим вроде. Так, все, потом больше нет. Что там дальше у нас? Тут у нас такое место опасное. Я обычно не хожу за ними. Но первые 7, конечно, пошли за ними, но оно того не особо стоит. Это потеря большая потеря времени, это первое. Второе, это опасно. Я уже думал, что все. Потерял я жизни не две. Вот, видите, тут уже красное было. Видимо, у него прям очень быстро заряжается оружие. Либо мне так показалось, что у него очень быстро заряжалось оно. Но никого нет. А, я не зацеплю за него, серьезно. Фух. Ну вот, это была небольшая ошибочка, то, что начал подстреливаться, прыжок в этот момент. Потому что там прыжок не нужен был. Да, в некоторых уровнях прям еще прям зашкаливает. Так, снова мы здесь. Видите, ударился, потолок ударился, я только что. А по этим потолкам могли быть шипы. Пошли за 9 минут. Мы уже здесь. За 9 минут уже. Полное здоровье. Пока что. Я даже не знаю, что говорить, даже не знаю. Потому что записывают видео прям сразу же после записи предыдущего по этой игре. Пока это самое. Пока играет. Мне игра нравится, там драйвовая, так сказать. Все быстро, все весело. Экшен.
Стрельба, как многие любят. И платформер. Причем прикольно, это что-то именно перемещение с помощью свайпов, а не... Так, еще я прыгну здесь. Надо будет попробовать, конечно же, поиграть немножко по-другому у него. Это сделать, убрать инверсию управления, убрать. И тем самым он будет прыгать не в противоположную сторону, от которой я отвожу, а прыгать только куда я наоборот веду, куда я палец. Зевался немножко, чуть-чуть не получил, да? Будет прикольно, если это вообще сразу же минус две жизни, например, ударится в эту штуку. Да не, вряд ли. Да, еще я заметил, что чуваки не просто стоят на улице, а тоже едут на байках, оказывается. Так, так. Сюда, прыжок. Именно сюда, да? А, нет. Я по стене еду, серьезно? Погоди-ка. А, я ранился. Это не так уже больно. Думаю, это не сверхкритично. Это не, да, это не критичный урон. Потому что... То же самое, смотрите, на жизнь, как мало отнялось. Ладно, зато теперь мы знаем, насколько больно эти штуки бьют. И то, что ты вообще не критично почти. Ну, почти. Зря я это сделал, конечно. Зря я еду на доске. Зря прям. Молодец. Кто молодец? Я молодец. Поторопился слегка. Ну да, сами понимаете, на жизни. Жизнь примерно это самое. Да не хочу ехать на этом столе. Что, это сразу же почти... Значит, я понял, что это им как можно идеально все это проходить. Когда атакуешь, зажимаешь стрельбу. Точнее, зажимаешь прыжок. Однако тот факт, что у нас так мало жизни, это уже неприятно. Точно, можно же самому слоумо включать специальности. На самом деле, звучит это как читы, если честно. Вы видели, как он быстро заряжал атаку? Я тоже в шоке, если честно. Он там еще... Блин, будет! Ничего себе, а я думаю, что это замедлилось. Да, ведь можно еще сильнее замедлить с помощью... Да, он прям совсем быстро заряжает атаку. А я-то уже думал, что еще минус в жизни. Да, лучше я бы вот так вот, наверное, сделать. Комбо 30-31. Извините, обознался, да? Да, конечно же, это видео уже не назовешь, так сказать, без получения урона прохождения. Но... Я на это не претендовал, на это. Я претендовал хотя бы на прохождение, хотя бы. Хотя бы именно. Так, скейт, мой не очень любимый. Там все очень быстро с ним. Хотя можно все делать именно так вот.
Ну вот, вот почему я не люблю этот скейт, не люблю. Было нормальное прохождение. Что случилось теперь с ним? У меня уже жизни. Я могу выдержать только один выстрел. Либо две проволоки. Класс. Реально, просто лучше идти пешком, вот реально. Тихо, спокойненько. Что-то только что было, запережение такое. Джин-джин-джин. Давайте я сохраню запись. Поехали. Да, это если вообще нечестно, но ладно. Но я пройду эту игру сегодня. Пройду и забуду об этом вечном перепрохождении, как о страшном сне. Так, здесь я лучше вот так сделаю, если честно. Да, если это звучит немножечко... Немножечко опасно, но, честно скажу, лучше так, чем пытаться сделать по-другому, потому что я бы сделал по-другому, может, здесь... Ё-моё, я что, прыгнул, что ли? Помню это место, здесь я получил урон, когда в прошлый раз я пытался пройти. И вот оно еще неприятное место. Там совсем неприятное. Но мы вот это справились. И даже на 3 звезды. Невероятно, да? Пау. Пау. Плюс 7 узнаешь, что Болик одно из самых имбовых оружий в игре. Только не ствол. Столы, скейты — это кошмар полный, это или... Именно передвижение на них. Достал? Достал, отлично. А добавить самый лучший. И у меня даже пульты от рюкзака остались еще. Так удобно, да? Да. Нет, да? Отца у меня забирает его снова. Готовим сразу. И залетаем. Я еще не добавил до грибов этих, а у меня уже проблемы с здоровьем. Так, прыгнем. Чтобы того прыгнуть сразу. А у кого-то еще желтое здоровье. Так, с этого... И этого... Так. Как тут это делается правильно? Вот так вот, наверное. У него еще красное, ничего себе, то есть он быстро заряжается, ничего себе. Он и так невероятно сложно достать его, а у него еще атака быстро заряжается. Еще я боюсь того, что случайно могу прыгнуть куда-нибудь, когда я буду стрелять. То есть именно за... вместо стрельбы начать джойстика сжимать, прыжка. Тоже неприятные штуки. Может шипы по-любому, да?
Да. Вместо шипы проволока. Все, честно, я испугался этого взрыва. Стой, не двигайся. Нас там ждут уже, да. Прыгай, пока не улетел далеко. Что у нас здесь? Это кошмарное место, если честно. Мне как каким-то образом не повезло, что ли, что. Как мне кажется, в этом месте очень легко получить урон. Потому что тебе надо одновременно стрелять, одновременно. Здесь я лучше отойду подальше, не буду. Откуда? Да, иногда за пальцем не видно, все равно. Откуда атакуют? И теперь сейчас как вызовут обратно. Еще один какой-нибудь чувак. Так. Подожди-ка, я могу? Могу. Так, вот, ну-ка. На скейт я не полезу, даже не думайте. Скейт может с легкостью загубить мое это самое прохождение. О, не, в этом месте на скейт я точно не полезу. Это просто самое ужасное место для скейта. Здесь пешком-то сложно пройти, а на скейте это самое сложное, что может быть в игре. Не, самое сложное, наверное, будет на это с тем самым. С базукой справиться. Да, мы до нее еще не добрались, но я уже боюсь уже момента с ней. Да, немножко сложновато, конечно, прыгать. Там еще есть кто-нибудь? Нет никого, все отлично. Да, без скейта здесь, конечно, очков мало дают, но, скорее всего, не из-за того, что я его не взял, а из-за того, что я медленный без него был. Где этот пулемет здесь? И устроить тут... Там еще что-нибудь есть? Конечно, есть. Это было опасно. Чуть за код банан такой. Есть кто живой? Ой, это тоже не очень приятное место. А, нет, здесь с одной стороны выходит, по одной. По одному. Если бы они выходили сразу по двое, то это было бы сложно. Там очень. А здесь у нас прыгнул сюда, убил там, прыгнул сюда, убил там и там. Прыгнул сюда, убил там. Прыгнул сюда, убил там, куда прыгал. Я тактика, да? Как у меня это вышло, за стену, как это вышло там сверху выше. До этого ни разу не получалось прыгать от стены и выше подниматься с этого. Мы еще здесь. Стой, отойди! Фух. Я только что чуть не понизил свои шансы на прохождение еще сильнее. А чё, а вы раз не так проходите его, да? В этом месте, да? Вообще хипать не обязательно, ну ладно. Ну как мне кажется, да? Сложный момент. Немножечко. А вон сковородка. Но мы не воспользуемся, так сказать. В благих намерениях. Так, мы уже здесь.
У нас полтора жизни. Так, осталось это место. Но здесь мы вообще никак больше не можем. Ребята, если только мы найдем мили. Да, конечно. Папочка, да. Мы помним это. Теперь у нас сложный час с мотоциклом. И сразу же очень лажаю в ней. А потом еще более сложная часть с этими гривными культистами. Когда стреляют, что весь экран мигает этим цветом обычным. Так, я чуть не обожался, потому что это самое... Не увидел сначала эту преграду. Вот это вот. Да, действительно. Почему чуваки взрываются? Потому что нет мотоциклов. Я взрываю мотоциклы, а не их. Не забываем, то, что где-то здесь должно быть будет момент быть, где надо будет стоять в центре. Прям очень сильно в центре стоять. Зачем мы здесь очень быстро передвигаться, по сути? Ну, по сути. А не на... Ну, не на практике, так это место тоже помню. Там у нас... А это что, пока не помню, да? Так, у него было красные жизни. Хотя неважно, надеюсь, я с тобой больше не вернусь просто. А на это ты запомнишь-то. Я чуть запоминаю, сегодня надо убирать всех просто. Так вот, например, где-то здесь момент должен быть такой, где... На ровно центре стоять. Я же центр стою, но здесь идеально центр стою, идеально. Сейчас побежок. Камера, пожалуйста, подвинься обратно. Еще одни. Это конец, да? По-моему, конец. 8 самое комбо, это, по-моему, конец, да. Ну и осталась последняя часть, самая сложная. И у нас полторы жизни. Ну, точнее, жизнь и 1/3 жизни. Сохраняем запись. Готовы? Готовы. Нет, вы готовы смотреть, как я умираю. Я-то не готов. Помните, никого не зубить не должно. Ну, кроме этих пропастей. И этого чувака с тремя жизнями. По-любому появится какой-нибудь чувак такой же, но с тремя жизнями и красным здоровьем. И, то есть, помимо того, что убить его будет тяжело, он еще очень быстро будет стрелять в меня. Ожидаем этот пулемет. Пулемет анти-чуваки такие. Ну, куча здоровья, которые. Да, здесь я уже не такой дерзкий, так сказать. Здесь я более уже какой-то. И надо не забывать про это самое, про вот это вот замедление времени свое. Типа вот такое вот. По сути, это реально слово «мо». Домашние. А если бы не оно, то скорее всего он бы меня вне стрелял, потому что у него красная жизнь была. Вы увидели, да? Так, пулемет снова. Неспроста мы тут. А, нет, здесь он спроста, потому что здесь мы можем. С помощью вот этой штуки все сделать. Так, первый уровень пройден, да? Из 12, по-моему, да? Да, из 12. Осталось 11 уровней. О боже мой. Что у нас тут? Я лучше буду перемещаться вот именно в этим джойстиком, а я уже... Так, убил. Чтобы в любой момент можно было время замедлить. Так, а здесь уже проблема небольшая. Экипируем его. Замедляем время. Так, странновато зря. А что внизу? По-моему, там проволока должна быть. Или что там? Сами видите, как они быстро стреляют.
Что там внизу такое интересное? Провалка. А чё вы ещё ждали, да? Мы, блин, сейчас туда прыгнули, конечно же. Сейчас там полезут чуваки же. Так, сейчас чувак выйдет с двери. Выходит он и... Я его, этого прибил. Так, давай следующий. Прибил. И последний давайте. Убил. Все. И сюда. Да, это совсем нечестно, понимаю. Хорош. Есть чувак, по-моему, должен с красными жизни быть. В этом есть. Поэтому... Так, прибил. Сюда. Эй, у меня еще дробовик остался. Вы чё? Ладно. Теперь уже не дробовика. Так, давайте прыгнем вот сюда вначале. Вначале прыгнем сюда мы. Сюда. Я лучше в дверь зайду. По-моему, второй уровень, да? По-моему, вроде как. Начинается. Кнопочки всякие эти вот. Тут дверцы эти. Я забыл про этот пол. Скрыт такой вот пол. Погоди-ка, я могу, по-моему, прям так вот побить, да? Да, могу. Так, мы готовимся. Делаем так, так и так. Взлетаем. Мне кажется, у них тоже довольно быстро что-то приезжается, когда это самое, я сломал. Неплохо. Снова проволока. Нет, это еще не тот сложный момент, где надо прям-таки в полете кнопку нажимать чуть-чуть, а не в полете. Нет. Погоди-ка, я же могу прибить этого человека, там по-моему, отсюда, по-моему. Ну вот, заметил меня, серьезно? Полезно же. Да, пытаюсь их не сразу, что до того, как они вылезли. Да, это моя тактика. Хотя, мне кажется, это какая-то крысиная тактика. Так, третий ульт вроде. А, беговые дорожки, точно, я забыл про них. Там такой момент будет бесячий с ними. Там же будет дофигища проволоки, то есть. Либо же такой момент, да, где... Извиняюсь за такое частое использование слоумо, но... Просто почти никак без него. Так что он туркаться не хочет, так что я боюсь, что он сейчас заденет это самое.
Видели, как он быстро заряжался, да? Так, вот оно, страшное место. Главное, быстренько наверх, как можно быстрее. Желательно, что совсем уже желательно. Так, что делаю? Понял. А вот и оно, самое страшное место. Все, теперь надо просто выжидать, момент выжидать. Иначе мы лишимся, так сказать, шанса выжить после какого-нибудь шального выстрела вражеского. Что теперь? Ё-моё! Фух. Ни одного из них не красный. Где мы? Это еще не то место. А, еще. А, вот это место. Давайте так. Нет, не так. Вот так. Как будто эпично, наверное. Нет. Так. Экс. А там еще один, да. И помогла. Помогла моя это самое. Слоумо. Небольшая помощь, да? Я уже видел вообще это самое. Так, уровни, блин. Если честно. Ну, по-моему, 4 прошли. Или 3. Заметил такие. Так, данная бочка, сейчас же ломаем ее. Потому что место-то неприятное. Ну, никак там не можно, потому что я спины вылечу. Такс. Фух. Не хочу туда. Опять ты нагло полезу в эту сторону. Хоть и не должен был лезть мне, да? Погодите-ка. Спрямся. Что есть? Просто дверь. Медленно. Где мы? Что это за место? Это место с кейтом. На которое я не встану по-любому. Потому что я помню, какая там жесть. Кого я там постелил? Давайте так. Да, я буду так, мне сейчас лучше. Да, выглядело бы все круто, если бы я на скейте с пулеметом ехал бы, да? Наверное. Есть кто-то не живой? Нет, никого живого. Или, по-моему, там кто-то есть. Да, там есть кто-то. О, если еще слишком много задержится на телевизор, можно упасть, оказывается. Опять кот-банан. Там у нас эти самые, проволока. Так сказать, упал ты, пропал, так сказать, это выглядит уже просто так. Так, что у нас там внизу?
Поехали. Ага, поехали. Что там внизу? Что внизу? Я ничего не вижу. Ну, игра. Ну, что это за наглость такая? Специально сделано было это, чтобы я не увидел никого там. Вот здесь нельзя тормозить, не тормозить, здесь нельзя тормозить, в этом месте. Там, иначе упадет шипы. Отлично, прибыли. А вот это самое место. Чувак, может сразу выйдешь? А, я знаю, как, здесь надо вот так лучше сделать. Наверное. Чтобы улететь подальше. Бум. О, хотя бы снова выстрел умер. Я сейчас смогу стрелять куда угодно, блин. И умру, скорее всего, от этого выстрела. А, давайте рискнем. Главное, чтобы ракета быстро летела. Бау! Да, я мог поступить более с... Это самое самосохранительное и... Выпустить эту ракету, типа, просто обычный пуль себя оставить. Потому что могу попасть в этот забор, могу попасть и умереть тут же, наверное. А, нет, я не могу выбрать ракету, потому что здесь самые стены. Слушайте, а может здесь просто... Нет. Мне кажется, это самый сложный момент в игре, самый сложный просто. Просто так, Сенеч. Забираем ракету. Идем вот так вот. А ведь мог сейчас попасть в пол, мог попасть, мог. И... А я даже понятия не имею, как больно она меня ударит, ракетница. Это новое место для нас. Я боюсь всего. Просто всё же будет двигаться. Давайте просто выпустим ее. Отпустите меня. Так. Лучше так, чем ракетница. А. Он же сейчас не выйдет оттуда, надеюсь. Чувак, ты же не собираешься выходить туда сейчас? Погоди-ка. Ё-моё. Подожди. Надо их по-другому сделать всё. Сломал пол. Там сразу же. Позади меня кто-нибудь выбьется по-любому. Фух, она летает сквозь забор. Я боюсь, что она летает сквозь забор, и такое уже все. Такс. Выбрасываем все ракеты, потому что я тут уверен, что сейчас я облажаюсь тут. Не облажался, представляете себе? Ну, забрать ракету там надо. Наверху надо забрать ракету. Забас наверх и не влазь оттуда, да? Как же это страшно, я вам так скажу. Ракета самое страшное оружие. Самое страшное оружие в этой игре. Просто наистрашнейшее. Здесь поменьше будет этих оружий. Оружия в этой игре. Этот баллон. Эта штука. Ясно, сейчас они выбьют. Никого нет? Отлично, никого нет.
А он не ко мне сейчас полетит случайно? Ох. Забираем сюда. И уничтожаем их. Мне кажется, мы уже близки к финалу. Как никогда. Близки, как никогда. Вот серьезно говорю. Сейчас выбиться, выбиться. По ногам его. Сейчас прибить. Сейчас от спину кто-нибудь влазит, нет? Нет, серьезно. Капает чел. А, нам мы еще будем возвращаться с помощью скоротки. Ну что я говорил, да? Кто там появится? Чего ж он не вылез так, когда взрыв был, чтобы сразу погибнуть? Иногда получается дрифтить, иногда не получается дрифтить. Страшный момент. Хочу отойти ниже пустить зачем? Да, потому что я уверен, что могу сделать так, да? Могу сделать красиво. Сделать красиво, пустить как всегда, да? Что у нас тут? Ё-моё. Повыше забираемся. И запускаем его. Там никого, скорее всего, не осталось, скорее всего. Камера, пожалуйста, показывай мне, куда я иду, а не то место, где я только что был. Давай сделаем на 2, мне надо сохранить запись, срочно. Сохраняем запись. Продолжаем. Кстати, приятно надо побывать на природе. Надо будет выбраться всей семьей с палатками, когда вся одежда закончится. Безграничные штуки эти, да? Как же мне это уже не нравится. Нет! Нет! Мне на ней ехать надо! Ё-моё! Не, ну все, это смерть моя, по-любому. Мне на них ездить надо. Нет. За что, игра? Это же... Мне опять на них лететь надо будет, да? Мне придется туда-сюда летать на них придется. Ну все, это просто сразу же капец. Эх. А теперь мне надо на ней ехать, да? Класс. Было бы класс, если у меня было бы хотя бы полное здоровье. Так, сразу зажимаем прыжок. Потом сейчас с нее выпрыгивать. Не, ну если так, то в принципе терпимо, наверное. Мне еще там наверх поспорить, чем наверх. Сразу несколько раз, пойдем несколько раз. На всякий. Садимся на нее. Так, куда мне надо прыгнуть? Куда? Сразу же. Неважно куда, просто надо с неё прыгнуть куда-нибудь. Вот сейчас бы полетел в эти шипы. Игра, показывай мне туда, куда я иду. Показывал бы, куда я иду, было бы нормально сейчас всё. А пусть как всегда, да? Базуки сложная штука. Не, вот это сложная штука. Сразу же там опускаем несколько штук, чтобы там точно сломать. И сами там настреливаем 1000 раз там примерно. Теперь сами и едем. Готовимся.
Так, куда прыгать сразу же? Куда прыгать? Просто куда прыгать? Наверх, понятно. Фух. Он еще и красный был, о боже мой. Такс. И теперь? Теперь просто какой-то кошмар лютый. Полетели. Че тут скажешь еще? Вот без этого слоумо, мне кажется, это просто невозможно. А сейчас взорвется, может быть? Подожди, я еще просто посмотрю, как это будет. Фух. Я думал то, что если... Если она взорвется около той штуки, взорвется, то она сразу же полетит следующий сейчас уже. Прибил. Чё-то все страшно-то. Готовимся бить этого чувака. Надо прыгать последний момент примерно. Ё-моё! Ё-моё, что это такое? Для кого это сделана эта игра? Это... Без ускорения это не пройти, мне кажется. Точнее, без этого замедления не пройти этот момент. Ну мы каким-то вам... О боже мой. Это же просто невозможное место какое-то. Что это такое? Ну что это такое? Мне страшно. Мне реально страшно. Ну-ка. Проходит время и она активируется. Ясно. Если даже мою шуку. Так, время идет медленно, ясно. Падаю, вижу, падаю. Это по-любому красный, да? Падаем. Я же падаю, да? Да, я падаю. А, не, у него просто дофигища хп. Стоп! Нет! Нет, пожалуйста, не надо. Там еще враги будут, да? Вдобавок. Не, води в самом конце. Так, с красным хп. Это просто самое страшное, что может быть в этой игре, видимо. Красный хп, 4 здоровья и как там его... А, точно. И базука. Ну, точнее, вот то место, которое мы только проходили. А, базука и то место, которое мы только проходили. Так сказать, 4 всадника апокалипсиса в этой игре. Куда ты? Надеюсь, я бежу на эту шубу. Отлично. Там проволока внизу просто. Так, первый всадник апокалипсиса в этой игре. Это красное здоровье у врага. Он бы сейчас... Он чуть только что не стрельнул. О, как же... У меня просто сердце в пятки ушло в этот момент. Как же вас тут полно! Так, ну, давайте про всадников. Первый всадник это... Красное здоровье, второй всадник 4 здоровья, третий всадник пазука, четвертый всадник это вот те вот тот уровень, на которых надо летать, на этих штуках. Ну немножечко в эти вот штуки немножечко. Сейчас там будет какой-нибудь красное здоровье, нам сразу же пуля в лоб сразу же. Ну вот, видите? Тоже красное здоровье, признавайте. А что ниже у нас? Там их несколько, я вижу. Двое с четырьмя здоровьями, понимаете? Двое. Стоп, что это такое? Сейчас будет. Страшно? Двери. Кругом двери.
Мы выжили. Нет! Только не такая штука! У них еще здоровье желтое, плюс ко всему. Мне надо бы сломать ящики, еще враги в этот момент выходят параллельно, да? Да ящик падать не успевает, я уже ломаю его, да? Дверь еще не успела открываться, я уже убиваю там чувака, который за ним выходит, да? Все ящики сломал. Можно прыгать. А тут еще выходит. И мне надо сделать какой-то грамотный прыжок, вот такой вот как-нибудь, примерно. Это самое сложное, капец. Ящики! Ящики! В смысле, ящики? Конец! Нет! Базук! Нет! Мария! Она где-то здесь! Она совсем близко, нужно ее найти. Мне страшно, чувак, отбирайте ко мне Марию. Мне страшно, у меня хп мало. Это первое. Второе, у меня... Второе, я вижу базуку. Чувак, за что? Знаете, я лучше за обычный пистолет постреляю там. Так она снова появилась, если что, да. Ты еще на базука. Не-н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 е. Я лучше просто за обычный пистолет, а это куда проще. Потому что вот здесь уже, вот на этом уровне уже уметь можно самому самостоятельно. Погоди, что получается, что мы прошли третий мир без... Ну это третье вот место, вот лес. Без паучьего урона. Мне кажется, здесь еще не конец. Вот что там внизу? Игра, может ты мне покажешь там внизу? Ну, хотя бы для приличия. Педро? Мария! Мы тут! Это босс батл, да, последняя? Держись, кого мы тебя вытащим! Педро, что происходит? О, нет! Они ее возят! Останови грузовик скорее! Последняя, финальная! Что это? Так, понятно. Это то, что, скорее всего, меня просто уничтожат меня теперь. Не вижу. Не вижу, когда поищу, не вижу. Финальный уровень. Мы должны справиться. Пожалуйста, игра не будь такой жестокой ко мне. Это капец как сложно. Вы не представляете, как же сильно я волнуюсь. Особенно в этот момент. Нет никого больше? Нет никого больше. Ребят, грузовик. Что с ним делать? Что он сейчас будет делать? Он бомбы кидает! Там еще чуваки вылазят, отлично. Извините меня, конечно, но я обязан использовать самое замедленное время вообще. Еще раз. Капец, я же сейчас напряжен, ты сейчас напряжен. Я все время буду зажимать себе, чтобы все время пытаться, по крайней мере. Ну, сейчас кто-нибудь вылезет туда. Ну, или вот так, вот это вот я совсем очень не ожидал, точно не ожидал. Сейчас будет. Понял. Заканчивай давай уже, кидать. Теперь это. Чем будет, наверное, все чаще и чаще делать, скорее всего. Знаете, что страшно? То, что, скорее всего, это бомба одна такая, может меня просто убить, скорее всего, сразу же, наверное. А там не эти ящики, которые там по чуть-чуть здоровья отнимают. Раньше я боялся, что в эти ящики могут меня чуть ли не убить.
У него было красное здоровье, понимаете? Он мог меня сейчас наверное просто убить мог. Ладно, у меня еще. Что это за кошмар? Просто что это за кошмар? Теперь ты здоровье. Педро! Я знал, что ты меня спасешь! О, Мария! Я бы никому и пальцем девятого не позволил. Но я бы не смог спасти тебя в одиночку. Вот этот лучший джентльмен сделал всю грязную работу. О, сэр, большое спасибо. Спасибо. Огромное. Уровень пройден. Три звезды, да? Три звезды. Три звезды на финальном боссе. О, да. Мы прошли эту игру. О боже мой. Давайте я сохраню запись. Так, я снова здесь, да. Уже немножко прошло немножко титров, но там чуть-чуть совсем прошло. Однако я бы себе не простил, если бы я утерял эту запись, была бы утеряна, если бы сейчас. Потому что это просто первые эмоции от этой базуки, у этих вот баллонов, на которых мы летали, у этого финального босса. Это была обалденная игра, скажу честно, просто обалденная. Хоть и короткая, да, но прошли мы ее быстро. Но это было весело, драйвово, экшен, все дела. Советую всем в нее поиграть. Вот особенно советую вот именно обычную версию, не премиум, обычную версию. Потому что тогда вы сами почувствуете, когда вот этот момент, когда у вас сердце просто в пятки уходит, когда у вас мало здоровья, и вы в самом конце. Класс. Да, лихорадку мы попробовать, конечно, не смогу попробовать, потому что она платная. Не-не-не, верни меня обратно. Пойдите, что у нас по звездам? Ну просто интересно. Ну, по-моему, в самом конце мы не получали 3-3-3-3. Здесь 3-3-3. А здесь вообще звезд. В смысле звезд. А, это Татуин, где надо просто ящик сломать. Здесь тоже все звезды, что ли? Так, второй мир, все три звезды. Ну вот, последний вот. 29, 30, 31, 32, 33, 34. Уровни без самой третьей звезды. Зато финальный босс. Три звезды. Прошли всю игру, так еще почти всего на три звезды. Только раз, два, три, четыре. Только... Топ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Только шесть уровней мы на три звезды не прошли, все. Еще раз скажу, что это было круто. Продолжение будет в 2022, как вы видите, да, лучше еще 2022. Да, это намек, да? Нет, хотя, что намекать-то? Мы же прошли игру. Лихорадку мы проходить не будем, потому что у нас на запутанной блокировано оплатить. Сколько там рублей? 290 рублей только ради одной лишь лихорадки. Я что-то не очень сильно хочу. Ну что ж, это было полное прохождение игры. Игры My Friend Pedro, Ripe for Revenge, без смертей, так сказать. Если вы не видели предыдущей части и не видели диалоги, то вторая серия и первая к вашим услугам. В плейлисте это все будет. Я надеюсь, я его создал, да? По-любому создал. А сейчас всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. До встречи в следующей серии в каких-нибудь других играх, да? Всем пока.